Все идет по плану. Запорожские жилищники не прекращают приводить в порядок городские многоэтажки. Ежедневно специалисты КП «Основание» во всех районах ремонтируют кровли и благоустраивают подъезды. На этот раз отправились в Коммунарский район. Как продвигается работа, видели наши журналисты. С самого утра на крыше дома по улице Гаврилова 4 кипит работа. Здесь жилищники приводят в порядок 400 квадратных метров протекающей кровли, которая давно доставляла неудобства жителям первого подъезда. Говорят, все работы выполняют строго по технологии. Чистим крышу, убираем от мусора, чтобы не было никаких там мелких предметов, потому что рубероид, тем более сейчас, когда прогревается, может просто-напросто порваться. Чистим крышу, накладываем рубероид, прогреваем горелкой и клеим по наверх старого. То есть как бы эта технология отработанная, как бы мы по ней работаем. Уже к концу следующей недели работники обещают закончить ремонт, но впереди еще немало работы, отмечают в КП «Основание». До конца года необходимо заменить около 60 тысяч квадратных метров кровли в Коммунарском районе. Есть в планах и капитальный ремонт крыш в 6 домах. Чтобы справиться с таким объемом, в «Основании» уже сейчас ищут способы, как уложиться в срок. Учитывая, что необходимо выполнить большой ремонт кровель, у нас еще доукомплектовывается еще одно звено кровельщиков, и как бы планируем немножко ускорить работы по ремонту кровель. Но это будет связано с проплатами населения, потому что деньги на ремонт кровель – это как бы оплата населения за содержание дома. Работники КП «Основание» отмечают, смогут сделать еще больше, если запорожцы будут исправно платить за жилищно-коммунальные услуги и бережно относиться к тому, что уже сделано.